Эфир телеканала «Кубань-24» продолжает программа «Море откровений». Я ведущая Кристина Конограй. В эти жаркие дни в Сочи гостит смелая, жизнерадостная и очень трудолюбивая актриса, известная по таким картинам, как «Поддубный», «Метро», «Куприн Яма», Катерина Шпица. Катерина, добрый день. Здравствуйте. Какими судьбами в нашей олимпийской столице? Ну, все просто, кинотавр. Меня пригласили в качестве гостя в этом году. И вообще Сочи для моей семьи судьбоносный город, ибо в этом городе 31 год назад, 1 сентября, на пляже Ривьера познакомились мои родители, которые в минувшем мае отметили 30-летие семейной жизни, жемчужную свадьбу. А вы хотели бы жить в Сочи? Жить? Не знаю, но все-таки моя жизнь там, где моя работа. Моя основная работа в Москве. Но вообще я в ближайшей перспективе рассматриваю жилье в Сочи, чтобы можно было уже не думать о гостиницах, иметь какой-то свой уголок, потому что мне вообще очень нравится в этом городе. Сегодня вы едете на ледовое шоу «Кармен» в Олимпийский парк. Соскучились по фигурному катанию и коллегам из ледникового периода? Ну, вообще, я поддерживаю отношения с ребятами. Я дружу, конечно, с своим партнером Максимом Ставицким и с его женой Албеной Денковой. И наши детки уже дружат. Поэтому как-то мы вот нашлись на проекте и не расстаемся. И я очень люблю весь коллектив. Мне очень нравится то, что они делают. Поэтому все новые какие-то спектакли я смотрю по возможности, на шоу бываю. Катя, несмотря на свою яркую внешность, вы не стали ее заложницей, у вас очень много разноплановых ролей. Мне кажется, для актрисы это очень дорогого стоит. Но это очень ценно. И я могу только порадоваться тому, как сложилась моя судьба. Не могу сказать, что это совсем от меня не зависело, и что меня просто как-то неведомо в обход всех этих ловушек провела чья-то рука свыше. Конечно, очень много я чувствую какого-то мудрого руководства откуда-то с небес. Но и сама прикладываю очень много усилий. Мы с моим директором уже давно подходим практично и рационально к выбору ролей и всегда очень хорошо думаем, браться или не браться. У вас даже были фильмы, где пришлось сниматься обнаженной. Александр Гордон тогда поставил вас в пример другим актрисам. Неужели у вас совсем нет комплексов? Как у любой женщины, у меня всегда есть опасения, что какая-либо часть моего тела может быть не так совершенно, как мне хотелось бы, чтобы спокойно демонстрировать ее перед камерой. Но я постоянно упорно занимаюсь, так сказать, обрабатываю проблемные зоны. Девчонки поймут, о чем я. А в плане, если это нужно для профессии, у меня комплексов нет. Есть просто очень четкая позиция, уместно ли обнажение в конкретном кадре, в контексте конкретной картины или нет. В том случае, когда это действительно работает на задачу, когда это художественно и необходимо, у меня вопросов не возникает. И никогда не позволю я свою попу сыграть другой попе. Ну, я актриса, тело – это мой инструмент. Катя, скажите, пожалуйста, с каким партнером в вашей кинокарьере вам было наиболее комфортно работать? Сложно сказать. Вы знаете, мне вообще очень сильно везло с партнерами, начиная с моей самой первой картины. Это «Дамы превращения Евы» Георгия Милича Юнга-Гриневича, где моим партнером был Антон Макарский. И вот я как получила боевое крещение с очень надежными товарищами рядом, так вот как-то под этим знаком у меня и дальше проходила работа. Потому что все, с кем я снималась, я имею в виду старших, меня многому научили и относились всегда очень тепло. Кто-то сдержанно, кто-то более эмоционально, но тем не менее по-доброму. Катя, вы вообще авантюристка? Ну, если судить по ледниковому периоду, который я пережила с грудным ребенком на руках, еще отъездила в тур, по-моему, больше, чем 20 городов. За 4 месяца авантюристка, безусловно. Катя, а есть ли такие роли в вашей карьере, которые вам очень сложно дались? Есть.
В основном это роли, которые я сыграла уже после рождения Германа, особенно в первый год-полтора после его рождения. Я помню, мне очень тяжело было, когда мы снимали «Яму», потому что роль очень тяжелая, морально. И как-то так приходилось, вот сидишь ты в кадре или лежишь, и тебя там бьют, унижают, насилуют. Вдруг раздается звонок свекрови или мамы, которая в этот момент в актерском комплексе с маленьким сыном. «По-моему, Герман хочет поесть». Бежишь к этому актерскому вагончику, перед входом в вагончик делаешь так. А сейчас мы сбросили все это. В моем молоке нет никаких вредных веществ. Я мать. Заходишь, кормишь, возвращаешься. Опять вот так же точно. Все, а теперь пускай меня бьют, унижают и насилуют. А, Кать, а это правда, что ваш сын Герман впервые попал на съемочную площадку, будучи в трехмесячном возрасте? Да, это правда. Более того, он попал впервые на съемочную площадку, когда его еще не было в наявности на этом белом свете, он еще был в животике. Мы с ним вместе снимались в картине «Метро». Кстати, мне кажется, что Герман мне очень помог сделать эту роль, потому что у меня все время был осмысленный взгляд. Потому что хочешь не хочешь, находишься в кадре, но все равно где-то там на подкорке понимаешь, что ты не одна. А потом он родился, и через 3 недели мы поехали на Мосфильм на пробы подобного. И уже с середины мая по конец июня мы снимались в Феодосии. Вот мы был там 3-4 месяца. Постоянно был со мной рядышком, тоже в вагончике. Бегала на ходу, снимая корсет. Я бегу, за мной 2 человека, и все это одновременно. Расшнуровывание, раздевание. А вам самой каково быть родителем? Вы строгая мама? Знаете, каждый раз, когда я накричу на сына, такое бывает, к сожалению, я потом так мучаюсь, ужасно. Потому что в основном наша несдержанность вследствие нашей усталости, в которой дети совершенно не виноваты. Да, это может быть по делу, это может быть даже где-то справедливо, но все-таки надо сдерживаться. Я не против строгости, я против излишней раздражительности в общении с детьми. Я строгая мама, но мне кажется, что все-таки я бываю еще и раздражительной. И вот от этого качества мне хотелось бы совершенно избавиться. Это, конечно, случается в те моменты, когда я просто действительно и физически, и морально выжата, как лимон. Но вообще я считаю, что Герман золотой ребенок. Как-то не было у него ни вот кризиса 2 лет, когда дети ложатся на пол, истерят, говорят на все «не хочу». Он вообще боевой товарищ. Он еще с момента беременности мой боевой товарищ. Мы с ним прошли в прямом смысле воду в метро. И когда он был маленький, кольцо в Поддубном, остался огонь где-нибудь пройти еще. Вы сильно переживали развод с бывшим мужем Константином? У меня не было развода как такового, потому что мы не были официально женаты. Сейчас в прессе уже год прошел, сейчас в прессе начинают появляться слова типа «сняла обручальное кольцо и позабыла все свадебные клятвы». Этого не было. Мы не были официально женаты, соответственно, у нас не было свадьбы, это логично. Ну, а любое расставание, конечно, переносится тяжело. Неважно при этом, по чьей инициативе оно происходит. Это в любом случае родной человек, тем более у нас сын. Непросто. Но это жизнь. Я сама не ожидала, что так сложится. Расскажите тогда о своем нынешнем избраннике. А надо? Надо. Я только... Я, конечно, не стану рассказывать никаких там деталей, как познакомились, как сложилось и почему. Я просто, чтобы развеять всяческие слухи, скажу, да, мы встречаемся. Все, вот кому интересно, все прекрасно знают, кто это. Да, мы встречаемся, у нас самое начало отношений. Что это такое, покажет только время, только жизнь.
Ну хорошо, больше не будем о личной жизни. Да нет, я просто так размыта. Я очень не люблю говорить какие-то конкретные вещи, потому что касается это не только меня. Я же не могу так сказать. Милый, а ты не против, если я сейчас скажу это и вот это? Но эти вещи не обсуждаются, поэтому, придет время, приходит время. И либо люди, которых что-то интересует, сами все видят, наявно, без каких-либо комментариев, либо не видят. Ну, пусть лучше какая-то энергетика, скажем таким сухим словом, информация о отношениях каких-то публичных людей будет видна, чем мы будем об этом говорить. Потому что самое главное в жизни – это поступки, а не слова. А поступки, они так или иначе транслируются в обществе. Давайте еще немножко поговорим о вашей работе. Какой образ вы бы хотели воплотить на экране в будущем? Ой. Мне бы хотелось в какой-нибудь сказке сыграть. Дюймовочку, или Золушку, или Белоснежку. Не, Белоснежку. Ну, Дюймовочку, наверное, да. Ну и в конце программы все наши гости делятся с телезрителями каким-нибудь фактом из своей жизни, о котором еще ни одному журналисту не рассказывали. Вот, Катя, могли бы и вы поделиться с нами, пусть небольшим секретом, но ранее неизвестным? Сейчас. Дело в том, что я вообще очень мало общаюсь с журналистами, так чтобы еще рассказывать о каких-то фактах. Что же такое бы вам интересно это рассказать? Я в этом смысле такая скучная. Я предпочитаю крепкие спиртные напитки. Вот. Обычно девочки вот там любят просекко, там сладкое шампанское, вино. Я нет, я люблю крепкие спиртные напитки. 50-100 граммов хорошего крепкого спиртного напитка вечером, особенно зимой, ну, конечно, не каждый день, это бывает очень хорошо. Особенно если вдруг с Украины, с моей третьей малой родины, откуда-нибудь сало занесло, то вообще замечательно. Спасибо, Катерина, за то, что нашли время для нас в своем напряженном графике. Это была программа «Море откровений», и я, ведущая Кристина Конограй. Смотрите нас ровно через неделю на телеканале «Кубань-24».